Но я представляла его менее активным, а оно оказалось максимально насыщено активностями, ярко. Более чем. Я больше всего переживала из-за того, что я впервые за границей. Было очень страшно, но потом страх отошел, потому что у нас офигенная команда в туре собралась. А Нуса Пенида и спуск — самый красивый пляж в моей жизни, и я, наверное, никогда его не забуду. Как теперь жить дальше? I don't know. А вот квадроциклы тоже были очень яркие, а рафтинг был более такой спокойный, лайтовый. А самый любимый отель у меня был в Лавине. Я прям в него влюбилась. Мне было очень жалко, что мы всего там на одну ночь. И, конечно же, Убуд. Ну, это любимый, наверное, у всех будет отель. Вообще великолепно. Наверное, мы стали такой большой семьей. И, может быть, даже еще поедем в путешествие вместе с Экшен. Вообще супер кус-кус. One love. Но мне кажется, я подсела на иглу. И теперь буду хотеть постоянно путешествовать. Лучше нельзя было придумать свою первую заграницу, чем вот такой тур. Это могло бы стоить даже дороже. Потому что только отели — это просто фантастика. Да, у меня уже около 5 человек собираются. Можно мне заплатить за рекламу? Поеду в ЮАР, в Шри-Ланку. Давайте еще что-то сделайте и туда поедем. Спасибо!